Пикап, свидание, секс, Александр Панферов, проект «Вполне». Это не пикап, это нечто большее. Просто болтовня. Не надо только задавать всякие запрещенные вопросы, там типа, а сколько ты зарабатываешь там? Запрещенные вопросы, Сколько у Платона диалогов было? Какую позицию по поводу справедливости занимает Сократ в диалоге государства? А? А? Что? Что, ты не знаешь? А ну-ка пиздуй отсюда вообще, что ты тут забыла, сучка? Ты кто такая? Назови мне три элемента диалектики философии Гегеля, там, я не знаю, сколько было истребителей, да. Это классика, это знать надо. Ну, лол, да. Можешь еще раз оставить вино, второе поцелуй, вы можете заходить чуть-чуть издалека. Пододвинули ее к себе, начинает... Заходи чуть-чуть издалека. Короче, вот она вот здесь стоит, а вы издалека такой... Заход издалека. Блин, издалека на нее нападаете, а она как Тореадор уворачивается. Когда не увернется, она проиграла, в общем. Так и работает, если что. Должны помочь ей расслабиться. Она пришла в куртке. Положили куда-нибудь куртку, аккуратно повесили. Бля, ну она прям течет от этого хуя, честно говоря. Она пришла предложить кредит, теперь она у него дома. Ой, господи. Ну, хоть не Орифлейм предложить, уже хорошо. Она будет лежать здесь. Сумочку, давай поставим мою комнату. Поставили. Вот, сказал ей, классно выглядишь, повстречал, заставил. Бля, ну все, тёлка вообще потекла. Не, ну слушайте, если каждая тёлка вот так будет вот, реагировать на вас, ну то просто, не знаю, еби не хочу, как бы. Она уже как бы в позе стоит практически, все, она уже ваша, ребят. Вообще никакой пикап не нужен, вы уже, в общем, готовы засаживать, короче, полетели. Улыбнуться, пошутил, обнял, очень рад, что ты приехал. Вот такой, знаете, бля, ассистентка, лол. Снимает сейчас парень этой ассистентки. Убер-маргинал как раз. Ладно, прошу прощения. Ничего же сложного нет, а ей приятно. То есть, да. А она специально не носит лифчик, у меня вопрос. Или это случайность? И зачем она вот так вот делает? Это типа понт такой? Ну, то есть, когда она делает вот так вот, ну, мы видим, что у нее шея немного назад отклонена, она типа грудь свою выставляет, у нее и так соски как бы видно, ну, то есть, она еще вот так спину прогибает и шею вперед наклоняет. Выглядит немного нездорово на самом деле, там либо с осан какие-то проблемы, либо еще с чем-то, ну, то есть, она не свободно стоит на самом деле. И тут у нас кто-то приходит. Короче, открывайте, опа, тут баба, и ты такой, смотришь, о, какая ты красивая, прося. Радуешься, такая заебись, что такая же, как на фотках в Тиндере в прошлый раз. Приехала жируха. Ты такой классный выглядишь, такой прям, тут, короче, врубаешь модель Брежнева, такой, ну, сразу вторгаешься к ней в личное пространство, помогаешь ей раздеться. Рад тебя видеть, давай помогу. Дай так долго. Бля, да что за хуйня? Что за куколдинг видео началось, блядь? Помогаешь ей раздеться, ну ты не прям, блядь, ее раздеваешь, ты, когда помогаешь, чувак, когда помогаешь кому-то раздеться по этикету, ты приглашаешь домой, она сама расстегивает свою одежду, блядь, ты не раздеваешь, блядь, ее куртку, ты стоишь сзади, ждешь куртку принять как бы на руки себе, чувак, ты ее не раздеваешь, и ботинки ты ей снимать не должен, если что, ну, на всякий случай, да, сапоги ты с нее не стягиваешь, чувак. Это как клоунада сейчас выглядит, на самом деле. Если вы так начнете действовать, это спугнет скорее. Ну, если девушка, ну, не встречается с вами уже много-много лет, то вот такое вот поведение может показаться крыжовым. Тело друг другу. Постепенно там вам становится жарко. Не надо... Не надо открывать окно. Тише. Пытаться раздевать девушку до того, как вы разделись сами. Можете хотя бы сами, не знаю, подрастегнуть свою... Блядь, не надо пытаться раздевать девушку до того, как вы разделись сами. Да ну нахуй, это же дивертито то же самое говорит. А почему не надо раздевать девушку до того, как вы разделись сами? Да ну нахуй. Да ну. Врубаете кондёр, да, и все нормально. Ну, начинаем раздеваться, короче, непосредственно. А в чем фишка-то? Рубашку. Ну, она уже здесь, конечно, чуть-чуть понимает, что происходит.
Да, она понимает, что за хуйню ты делаешь, мудак. После вопросов о диалогах Платона в комнате и так душно. И мы вопросами про Платона подготовили ситуацию к сексу. Всем вокруг душно, всем жарко, все хотят секса в комнате сразу же, понимаете? Вот в этом и вся затея, ребят, в этом и вся затея. Я знаю, как сделать в комнате жарко. Поэтому я так успешен. Да, да, да. Ну вот можешь руку сюда положить. Вот, а если вдруг она много болтает, вот, или вы чувствуете, что она пытается вас сбить диалогом, надо заткнуть ей губы своим ртом. Хуй! Ладно, простите. Она сейчас, ты сказала пошлость. Вот. А, на поцелуй, смотрите, главная ошибка здесь у ребят то, что они очень мягко идут на поцелуй, то есть очень неуверенно, они такие, знаете, вот стоят. И... А надо идти на поцелуй жестко, жестко, блядь, жестко, короче, сейчас я принесу свою эту поцелуйную, короче, подушку, и я покажу вам, как надо жестко идти на поцелуй, короче. Вот, пацаны, вот она, поцелуйная подушка. Вот вы сидите с девушкой, и у вас должно быть, в общем, вот смотрите, вы ее обнимаете и жестко. Вот так вот идете на поцелуй очень жестко, и тогда ей понравится обязательно. Я вам обещаю, ребят. Это работает, это реально работает. В общем, такая техника, она всегда выручает, ребят. Если вы ее еще зубами схватите и прокрутите вокруг, она вообще хуеет просто. Я могу что угодно делать. Вот. Ты берешь ее. Чем хорош этот хват? Она чувствует. Фу, что происходит? Если уже пошел поцелуй, ребят, делаем четкую атаку на него. Уходим во французский поцелуй. Им очень, она очень нежно относится к своим волосам. Но в целом... Все девушки нежно относятся к своим волосам. Это понятно. Ну не все, есть лысые девушки. Ну, да, отодвигайте ее волосы. Убирайте ее волосы. Не надо, вот есть большая ошибка такая попсовая для меня особенно. Оп, поставил локоть на ее волосы. И мне больно. Ей больно. Конечно, ей больно. Поставил локоть на ее волосы. Потом достал молоточек, прибил волосы к кровати, соответственно, все. Жертва обездвижена, соответственно. Делать можно вообще почти все, что угодно. Достаем наручники, приковываем сначала ноги, да, чтобы ноги и волосы были прикованы к кровати. Потом руки приковываем уже, да, руки послабее, она ими мало чего может сделать, короче, ну, своими слабенькими руками. А потом... А потом... Ну, блядь, ну Цунады. Лысые девушки, Цунады пишет, тоже трепетно относятся к своим волосам, но проблема заключается в том, что у лысых девушек волосы идут отдельно. Это... А потом, блядь, на! На! По голове, в голове пол, на! И все, она твоя. Обязательно, чтобы вы постепенно целуетесь, расстегнули рубашку, целуетесь и расстегиваете рубашку одной рукой. А нахуя это объяснять? Ладно, целуюсь и расстегиваю рубашку, хорошо. Короче, поехали. У него, может, лифак прозрачный, не знаю. Заводите ее руку на себя. Okay. Прижимаете, все еще целуете. Вот, потом ловкость рук. Вот. Это по расстегиванию ширинки. Блять, да заебал! Охуел что ли? Да какая она... Это можно вообще показывать? У меня вопрос. Вот. Она там может... А, что ты делаешь? Ты такой... Что ты делаешь? Ничего. Руки не... Ничего, блять, не делаю, да. Не даешь ей освободить руки. Вот. Похоже на изнасилование, блядь, пока что. Потом, видите, оп, проход. Проход в ноги. Блядь, зачем? Это борьба какая-то началась. Мне это надо для следующего движения. Ребят, просто постельная борьба получается. Да, я понимаю. Вот, вы ее так целуете. Можете фиксировать ей руки. Целуете. Потом вы можете вот так, знаете, обманно. Стой, я приехал с точки посмотреть.
Я понимаю. Потом вы делаете резкий обман на движение. Бля, он реально... О, что, раздевается? Джинсы вместе с трусами. Да, фильм посмотреть. Конечно, я тоже. Ваши ответы, не надо пытаться с ней общаться на логическом уровне. Не надо пытаться ей объяснять, что фильм посмотреть классно. Ну, знаешь, так горячо мы с тобой так целуемся. Я вот тебя захотела внезапно, там, член... Ей неинтересно это, ребят. Все на эмоциональном уровне. Не надо перекладывать ответственность на девушку. Она не хочет это слышать и не хочет брать на себя ответственность. Все должно произойти как бы случайно. Ну, мы как-то выпили, и все случайно произошло. Вот это... Охуеть случайно, да. Для нее наиболее приемлемо. Типа, блядь, это... Абсолютно случайно, я вообще не хотел. Я не при делах, Маш, ну было классно. Маша это... Уф, уф. Ну вот как-то так это все должно происходить. Поняли? Чтобы потом не было битвы за трусы, вы их снимаете вместе с джинсами, одним резким движением, даже если она держит. Ты хочешь попытаться их удержать? О, у нее так. Сыграем в игру? Видите, что фишка? Она уже сыта. Ваше намерение должно ее обезоруживать. Ну, то есть, она понимает, что я сейчас сниму джинсы, если надо будет, я сниму их вместе с ее ногтями. То есть, тут прям четкое намерение, взгляд в глаза. Ты правда хочешь мне помешать? Я всегда говорю по-доброму, это игра, просто игра. Ребят, конечно, это не угроза ни в коем случае. Ну, что куда стал? Да. Тем более, да, не надо избегать сильных хватов. То есть, вот это вот может выглядеть, что я ее держу серьезным образом. Потащи руки, убери. Вниз. Она может выбраться всегда, на самом деле. Тут я изображаю напор, но я никогда не стану продавливать там, где меня явно не хотят. Во-первых, ребят, какой вам кайф от секса, где вас не хотят? Вот. Нормальный. Так, такой неплохой. Вот такой вот хороший кайф. Потом это, блядь, ну... Могут быть проблемы у вас. Износ, все дела. Ребят, это должно быть обоюдное желание. Износ... Нет, какое нахуй обоюдное желание? Вы что? Только изнасилование. Никаких обоюдных желаний. Могут, может быть засчитан тогда, когда даже у девушки влагалище есть микротрещина. То есть она вас не хотела, она была сухая. Микротрещина у тебя. Сухая была, она тебя не хотела, чувак. Знаешь почему? Потому что ты жирный. Ладно, прошу прощения. А если все было по обоюдному согласию, без единого удара, она намокла, никаких микротрещин. Без единого удара. Зачем нам микротрещины, если есть макротрещины? Знаете, когда девушки мокнут? Когда вот в бой идут ножички, только она мокнет от крови. Ладно. Никакого износа. То есть ништяк. И просто вообще, сразу вот так выхожу в комнату. Девушка, делал, нет, тупо заходишь в комнату, блять, в спальню. Она сидит, она лежит, ждет, пока ты зайдешь. А ты такой уже расстегнулся. Ты расстегнулся, короче, и сразу с двумя ножами. И тупо с двумя ножами такой. Привет, дорогуша! Сейчас мы будем смотреть кино, блять. Короче. Вот, чтобы она это делала помимо своей воли. Ребята, это же смешно. В общем, когда все идет гладко, когда у вас все по обоюдному согласию, никаких проблем не будет, вы сами будете полностью в кайфе. Полностью. Отличайте четко нет игривое от нет настоящего. Когда вам говорят настоящее нет, не надо выебываться. Помогли ей приодеться. Классная татушка. Блять, да она без лифака, ну ебаный в рот. Но Альфа меня наебала, она без лифчика. Она точно без лифчика, я видел, я все увидел, я все знаю. Ски, раскиданные в виде свастики, то вообще классно. Может быть, она правая националистка, и она такая, вау! А вы такой, да, слава пятому русскому рейху! И она такая, вау, вот это новости! То есть ты всегда складываешь носки в форме свастики у себя на полу. Ничего себе ты! Идейный-то какой, какой идейный! Я вам расскажу, как надо встречаться с мужиками. Но все с девушками, в принципе, понятно, да? Девушки легкий уровень, да? Теперь Александр Шадов расскажет, как надо иметь дело, в общем, с гайсами, мужчинами. Вот пригласили мужчину, усадили его к себе мальчика, молодого мальчика-философа, усадили его к себе на стул. Против девочек хорошо работают... Ножи, если что. А против мальчиков вот такие продолговатые предметы. Смотрите. Начинаем с первого захода. Мы сначала проходим в пах. Вот так вот.
Три удара, три точных удара по яйцам приведут его в чувство, соответственно. Следующий удар производится боковой, боковой, в бок, бум, по лицу, по щекам, бам. Бам, короче. Туф. Хватаем за волосы мальчика, хватаем за волосы. Хватаем за волосы, бьем коленом в лицо, раз, два, три раза, поднимаем, все. Мальчик готов, разворачиваем его попкой, Проявляем ловкость, расстегиваем ширинку, снимаем джинсы, достаем все органы и, короче, начали. Я вам рекомендую освоить вот такую вот позу с приседаниями, да, чтобы вы могли жестко доминировать вообще над маленьким самцом, вот так вот его захватывать. А потом, если он просыпается или начинает отбиваться, бьем сверху палкой. Смотрите, бить надо правильно. Чтобы в удар вложить большую силу, вы там откатываетесь наверх и при падении вниз бьете вот так вот. И в итоге все будет хорошо. Техника овладения мальчиками, она немного тяжелее, чем девочками. Немного тяжелее. Но при этом, ну, ребят, удовольствие будет мое почтение. Вот. А что делать, если мальчик не аналитический философ? Ну, тогда он вряд ли пойдет к вам домой, в принципе. Ну, понятное дело. Все просто. Так, надо не подаваться. Ну, блин, с мальчиками еще бывает проблема, что они начинают думать, что вы друзья, там, что вы не секса с ними хотите, да? Реально, блядь, трансформеров своих показать, биониклов там, да? Но, блин, мы-то с вами взрослые люди, мы с вами понимаем. Самый сок кринжовости этого видео заключается в том, что в той же комнате находились еще какие-то чуваки, соответственно, которые все это снимали. Удар кулаком по девушке, он не очень хорошо выглядит, да? И удар тоже вот... Вот ладонью тоже не очень классно. Смотрите, настоящий джентльмен бьет девушку тыльной стороной ладони. Сейчас я вам продемонстрирую, друзья. Я вам сейчас продемонстрирую, как правильно бить девушек. Бить девушек правильно тыльной стороной ладони. Тыльной стороной ладони. Смотрите. Для того, чтобы удар был достаточно сильный. Ну, потому что он не считается, да? Это мужской удар по женщине называется, да? Удар тыльной стороной ладони. Смотрите, вот девушка, она сидит. А вы тыльной стороной ладони. Сейчас я ее как-нибудь поставлю по-хорошему. Вот она. Вот она сидит, отдыхает. Сказала какую-то гадость, шутку. А вы так... Тыльной стороной ладони, ребят. Учимся. Смотрите. Замах тыльной стороной ладони. Вы доводите ее до плеча. Или даже дальше. И резко разворачиваете корпус в бок. В бок, да, чтобы у вас пружина была вот такая, выбрасывающая вот обратной стороной ладони, чтобы удар был достаточно сильный, да. И старайтесь бить не пальцами, а костяшками обратной стороны ладони, чтобы удар был достаточно увесистый. Потому что бабы у нас в России крепкие. И зубы у них вылетают только при очень сильных ударах, друзья. Понимаете это, да? Всегда держите это у себя в голове. Потому что русская баба, она почти боксер, короче. Она готова к удару. Но вот к такому удару она не готова, соответственно. Учитесь вместе со мной. Учитесь. Вот, можно целовать вот эти вот места бока. Можно тебе еще немножко перевернуть на бочок? Очень классно, мне нравится, если ты будешь целовать здесь. Вообще... В смысле, в копчик, блядь, целовать? Чё? Что? Может, в анус всё-таки? Спину ей тоже целовать классно. Если вы вдруг зашли к ней со спины, можешь целовать... Просто пригласил девушку домой и сразу же поцелуй в анус. Что? Привет, блядь! Что? Ой, нормально. Нормальная встреча, хорошо провели время, посидели. Большой справочник по массажу. Вот эта штука реально, ну, затащила. Я, короче, всем говорю, что я шарю в массаже. Ну, на самом деле, я читал эту книжку, хорошая книжка, есть много других книг. Блин, 97 рублей. 97 рублей стоила когда-то давно такая книжка. Сейчас, наверное, даже, ну, за 1000 такую хер купишь. Основные принципы массажа. Не, на самом деле, если вы его прочтете, вы вполне, ну, похожие книжки какие-нибудь, вы сможете делать непрофессиональный, не медицинский массаж. Это хороший навык, на самом деле. Это реально очень хороший навык. Это очень помогающий навык. Во-первых, вы сможете сделать хороший массаж, с одной стороны, да? Ну, расслабляющий массаж. Кто автор? Владимир Васечкин. Ну, вообще, много книг по массажу, если что. Очень много книг по массажу. Не обязательно Васечкина брать этого. Можно взять что-то другое.
там техника с аппаратами, не аппаратами. На самом деле обучиться делать массаж можно, в принципе, и по видео в интернете. То есть этой информации очень много, если что. И соответственно, вы довольно легко сможете, ну, в принципе, овладеть очень простым и очень полезным навыком, ну, вообще, в принципе, воздействия на тело какое-нибудь. Сделайте мне массаж, ребят. Ребята, сделайте мне массаж, пожалуйста. Ребят, сделайте мне массаж сейчас. Ребят, я жду от вас массаж, давайте. Ребят, делай мне массаж быстренько. Вот, я уже готов. Давайте. Поехали. Делай мне массаж. Давайте, ребят. Я жду массаж. Я жду ваш массаж, ребят. Давайте, я жду. Давайте, кто-нибудь. Сделайте мне массаж, короче. Ну, сделайте мне массаж. Ну, ребят. Сделайте мне массаж, блин, быстро. Что за хуйня, блядь? Где мой массаж? Вообще оборзели, блядь, зрители. Нихуя не делают. Сидят и нихуя не делают просто. Вообще. Вообще просто разожирели там, сидят у себя, вот массаж даже сделать своему любимому стримеру не могут. Как так, сними лифчик, правильно, изящная деградация, вы молодец, вы правильно действуете грамотно.